Огромные средства затрачено Московской области на переселение, беспрецедентная сумма 9,2 миллиарда рублей на 2 года. Должно быть переселено 232 тысячи квадратных метров. Могу сказать, что за предыдущие 6 лет, с 2008 по 2014 год, было переселено в 2 раза меньше, всего лишь 160 тысяч. Практически в 10 раз в Московской области увеличится еще и количество капитально отремонтированных домов. 4 миллиарда рублей в этом году будет направлено на капремонт. В этом году, я не ошибся, 4 миллиарда рублей. И до Нового года 1617 домов пройдут капитальный ремонт. 330 тысяч жителей почувствуют на себе изменения жизни к лучшему. Во время визита губернатора шла речь о переселении из ветхого жилья по улице Крупской. Вот как раз жители там были. Вот какова судьба, может быть? Это центральный микрорайон? Да. Судьба тяжелая, в первую очередь она тяжелая юридически, там имеется 2 договора, которые между собой находятся, 2 договора развития застроенной территории, которые между собой эти договора конфликтуют в правовом поле, потому что один договор исключает другой, и хуже того, это накладывает невозможность принятия решения по отселению сейчас. Вот мы сегодня обсуждали с представителями района, каким образом из этого правового тупика выйти. Я думаю, что в течение месяца мы механизм найдем так, чтобы инвестор, которого мы подберем, не был повязан юридическими формальностями. Потому что построить, ну, мы уже неоднократно говорили, строить могут все. А правовое поле, оно очень часто мешает даже больше, чем какие-то технологические трудности.